Игорь Ливанов потерял свою первую семью в страшной железнодорожной катастрофе. В поезд, в котором ехали его жена, актриса Татьяна Пискунова, и маленькая дочь Оля, на полном ходу врезался товарный состав. После трагедии на Игоря Ливанова было страшно смотреть. Актер всерьез думал о том, чтобы наложить на себя руки. Спасение и утешение Игорь Ливанов нашел в лице молоденькой актрисы Ирины Бахтуры. Актер женился на Ирине практически через год после потери жены и дочки, но поставил невесте условие: ты должна сразу родить ребенка. И вскоре у супругов появился сын Андрей. Но брак с Ириной просуществовал недолго. Актриса влюбилась в Сергея Безрукова и ушла от Ливанова к нему. Тот тяжело переживал предательство жены. Впереди актера ждало еще одно горе. В 2015 году скончался его сын от Ирины Безруковой, Андрей. Пережить страшную беду Игорю Ливанову помогла третья супруга, Ольга, с которой он нашел свое настоящее счастье и которая подарила ему двоих сыновей.